Вся Россия 12 декабря отмечает День Конституции Российской Федерации. На сегодняшний день Конституция России выступает в качестве прочного фундамента демократического развития государства. В филиале Дагестанского государственного университета состоялся круглый стол с приглашением учащихся 17-й школы на тему Конституции Российской Федерации. Гостями также стали представители Общественной палаты Хасавюрта, которые более подробно рассказали о принятии Конституции. Со словами поздравления выступила и преподавательница среднеобразовательной школы номер 17 Майсарат Арсаева. Мы в это дело так втянулись, и, как говорится, нет тормозов по сегодняшний день. И мы участвуем на всех уровнях, в олимпиадах и конкурсах по избирательному праву, по конституционному праву и по правам ребенка. И пока в республике и в городе мы лидируем учащиеся нашей школы. Вот буквально на днях тоже мы заняли первое место в регионе. Вот перед вами ученица, которая прославилась не первый год уже в республике в этих конкурсах, олимпиадах. И участвовала в избирательной системе, вот знаменитая наша 32-я статья, которая так пренебрежительно к которой относятся многие наши граждане. И мы изучаем проблему абсентеизма. Вы знаете, это массовое явление, связанное с добровольным неучастием в выборах. Это определенная такая проблема и не только нашей страны, и мирового даже сообщества. Вот мы на своем уровне ведем борьбу. Студентка второго курса юридического факультета Зарина Качикаева подготовила доклад о возможностях для молодого поколения, которые перед ними открывает как Конституция, так и правительство России. В ходе обсуждения были затронуты проблемы обеспечения прав и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, взаимодействие федеральных органов власти, органов субъектов Федерации и органов местного самоуправления. Конституцию Российской Федерации отличает особые юридические свойства. Они характеризуют правовую природу Конституции и ее особое место в правовой системе. К ним относятся верховенство, высшая юридическая сила, ее качество как ядра правовой системы, юридическая база законодательства, ее особая правовая охрана, особый порядок ее принятия и пересмотра, внесения в нее поправок. Конституция Российской Федерации как основной закон государства характеризуется стабильностью, которая обеспечивается особым порядком ее принятия и изменения. Федеральный закон о порядке принятия и вступления в силу поправок Конституции Российской Федерации установил, что законодательный орган субъекта Российской Федерации обязан рассмотреть закон Российской Федерации о поправке Конституции Российской Федерации в срок позднее 1 года со дня его принятия Федеральным собранием Российской Федерации. Студенты получили возможность обменяться мнениями, связанными с состоянием правового регулирования развития государственности в Российской Федерации. По завершению беседы начальник отдела по воспитательной и социальной работе Мирза Мусаев выразил благодарность участникам круглого стола за проявленный интерес и поздравил всех с праздником Днем Конституции Российской Федерации. Курбан Гериханов, Бурлия Цамбиева, Самат Гакаев. Информационная программа «Пульс».